Дом 371 на Новосадовой приобретает новое лицо. Фасад здесь ремонтируют по новой технологии. Сначала рабочие монтируют подвесную металлическую систему, затем на нее устанавливают плиты из керамогранита. Основное отличие такого фасада – воздушной прослойки. С одной стороны, она позволяет защитить здание от прямого воздействия атмосферных осадков и сезонных перепадов температуры, с другой – не пропускает влагу в стены, что увеличивает срок службы здания. Кроме того, стальной фасад более пожароустойчив. Здесь заложена металлическая система. Как показали данные, металл, температура плавления 1800 градусов. Температура пожара 900 градусов максимальная. То есть здесь произойдет незначительная деформация, больше ничего. Жители очень все довольны и рады. Сначала так настороженно относились, а потом поняли, что это для их блага, для этого дела, для их удобства. Все довольны остались. Технология вентилируемого фасада хорошо зарекомендовала себя в Казани и Москве. Срок службы таких фасадов – 50 лет. Кроме того, в случае, если новое покрытие испортит вандалы, плиты можно оперативно заменить. Это, будем говорить, экспериментальные дома. Посмотрим, почему, если этот процесс пройдет и действительно вот эти технологии покажут себя положительно, я думаю, мы будем активно внедрять их. По новой технологии до конца года в Самаре отремонтируют 8 домов. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События.